Как я вам не решение? согласен с этим решением. Я не согласен. Я буду обжаловать. Вот. И на год лишать человека прав из-за шлагбаума. Если бы я снес шлагбаум где-нибудь, не знаю, там на запретной где-нибудь там зоне, или не знаю, в отделе полиции снес шлагбаум, я еще понимаю, но тут нас ЗСД, который деньги с людей, извините меня, сосет, как вампир, понимаете? Вот. Поэтому я буду подавать суд на ЗСД и буду собирать документы. И призову инопланетян. Это они вам помешали? Они мне помешали, да. А каким они образом? Они меня ослепили, когда я ехал. Я не увидел шлагбаум. Инопланетяне. Это было не первый раз. Избили меня тогда тоже инопланетяне. Я об этом уже говорил, но мне никто не поверил. Поэтому я все серьезно говорю. Высадятся инопланетяне и скажут свое веское слово за меня. А скоро они высадятся, поверьте мне. Я вот уже готов. Может быть, меня возможность их тоже пригласить на суд, чтобы на они суд дали... обязательно, они придут, да, у них высший суд. И все ответят за свое руководство, за совет в том числе. В первую очередь. А до какой инстанции вы готовы идти, чтобы обжаловать это решение? А что может быть выше инопланетян, скажите мне? Ну вот так вот, да? Физически и теоретически. Ничего. Ну да. А вообще собираюсь идти до Верховного суда, конечно.